в рамках плей-оффа между двумя командами, командой «Сокол» и командой «Владимир», в двух матчах зарегистрировано по одной победе в каждой команде. Для определения победителя между этими двумя командами, значит, будет назначена серия после матча, серия бросков для определения победителя. В каждой из команд будет сделано по три броска. Бросок выполняет Иванов Василий, номер 10. Ворота защищает Алексей Якушев, номер 22. Бросок выполняет Сергей Карпов.